Привет. О, доча, а где ты пропадала? Я тебе звонила. А, да я в кино была. С Димкой? Я надеюсь. Нет. С Сашей. Вот тебе раз. Что такое Саша? Друг. А Димка не будет ревновать? Мы расстались. Как расстались? Так я же выдавала чай с мятой. Как это расстались? Да. С одной козой. Дим, да ну не может быть. Хороший мальчик, я по глазам читаю. Да. Храбрости наберусь, скажем. С 90-ми, что ли? Ты что, брось. Меня же это в жар кинуло. Может, мятка. А где моя сестра? Систер! Хорошая прическа, Катя. Спасибо. Давай на прочность. Тебе проверю, насколько качественно нарастили. Не, не надо. Все качественно. В дорогом салоне. Фе! А, малявка! Защекотуй, малявку! Слышь, Катя. Нет, я не знаю. Не могла бы ошибиться. Не могла. Доброе утро. Доброе. Чё ж маме сказала? Катя, если я скажу, из этой квартиры вылетишь как пробка. В Рязань свою. Ты же мечтаешь об этом? Да, мечтаю. А чем тебе жалко? Все-таки ты моя сестра, если у вас любовь. Да, кстати, можешь нас поздравить? Поздравляю! Иди, не беси. Ах, да. На своем уроке меня не спрашивают. Конечно.